Ребят, едем на гуся. Привет всем. Ну что, ребят, мало-мало светает. А мы поехали на гуся, надо быстренько расставиться. То все и пойду посижу. Вот уж не думал, не чаял, что мне в этом сезоне получится посидеть на гуся. Должны были ехать в Питер, на КОП, под Питер. И не получилось, там выпал снег по колено. И у меня появилась возможность поохотиться. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Еду без шерпа, потому что мы взяли его, разобрали там, ну, кое-что доделываем, переделываем. И мне позвонили буквально за 2 часа, сказали: Гер, давай на гуся поедешь. Я говорю: да, конечно, поеду. Он поехал просто на машине, без вездехода. Поэтому будет вот такой вот немножечко выезд. Погода чудит. На улице минус 4, 4:30 утра. Все, ребятки, иду чучела расставлять. Вот сюда, вон там шалаш стоит. Вот мой шалаш. Будем гуся ловить. Ну вот, ребят, мои гусики стоят, кормятся. Больше я расставить... Приеду сюда на шерпе, встану вот в эту канаву. Ни один гусь не увидит. Маскировку сверху кину. И все, не надо. В шалаше будет морочиться. Ребят, был на выставке. Купил вот такой патронтаж, ленту. От Стикханта. Такие наклеечки очень удобные. Видно, где какие патроны. То я постоянно их путал. Пока посмотришь, пока зарядишь. И вот такая вот лента, она расстегивается. Как расстегивается, получается вот такой патронтаж. Ты его через плечо одел и все. Носишь удобно, очень 50 патронов. Просто красота. Ну что ж, попробуем. Сейчас. Без шерпа вам скажу, непривычно. Как без дома. Чайку хлебнуть, бинокль достать. Вот что надо сделать. Вот это адреналин, я вам скажу. Ребят, шлепнул. Не успел чайку налить. Стая такая пришла. Вот это да. Вот это да. Блин, неудобно через скворечник этот пулять. Сейчас подберем чуть-чуть здесь. Пуля обстрела, вообще ничего не успел понять. Они уже бац и прилетели. Заразы такие.
Никто не упал. Никто. Жалко. Прям над головой. И упал. Растерялся. Шмальнул всю в воздух. Может, в принципе, не так высоко шли. Растерялся. Зима, сказывается, она была. На тарелочке походить. Вон охотничек стоит один. Тут рядом шалаш еще один. Вон там у мужиков чучел фигово, туча высажена. А у меня всего 10. И на мои прилетели. Надо было, конечно, подождать. Может, они на подсадку пошли. Но не удержался я. Зенитчик, что? Каюсь. Виноват. Все-таки надо будет шерпа попробовать. Приедем сюда через пару дней, с Мишкой постоим. Это не наши. Ну-ка. Нет, больше налета нету. Угу. Павел Живило попросился присоединиться к группе Герасим Шерп в Фейсбуке. Вот так вот. А я тут на охоте. Домой, Павел, обязательно тебе дам доступ. Пока не могу. Сюда идут. Сюда тянет гусик. Сюда тянет. Сейчас посмотрим. Через дорогу поля заповедника уже. Там стрелять нельзя, гусь знает. Там улетает, зараза. Блин, ребят, ну как так? У меня гусыни легкого поведения сидят на поле. В одиночестве, в ожидании этих гусаков. И нифига. Там на том поле 40 штук самцов вижу сидит, а у меня 10 девочек легкого поведения. Бери, не хочу. Не хотят. Ладно. Где наша не пропадала? Наша пропадала везде. Так что будем охотить. Будем охотить, без гуся домой нельзя. Сын сказал, деде надо жениха найти. Он же не сказал, какого, живого или неживого. По мне так лучше вкусного. Ребятки, у меня
Чай замерз. Примерз жестоко. На улице-то минус. Минус хороший. Где-то минус 4. Самая гусевая погода. Он здесь еще покрутится у нас. Не пойдет дальше сразу. Зенитчики, а? Голуби долят. Вот, один идет, вон второй пониже. Идет. Вот этот просирается будет, скорее всего. Что довернут. Эх, жалко-то как. Жалко-то как. Как жалко-то. Вот над нами прямо идут. Ребятки прямо над нами пошли. Высоко гусь идет. Высоко. Высоко, как будто дальше летит куда-то. Снег валит, а мне жарко. Подогрев мощно вообще работает, жилетка. Опять зона обогрева.
За 6000 столько удовольствия ни разу не получал. Ну, ребят, что? В кружке лед. Что-то прекратился. Перелет гуся. Перерывчик. Охотнички разъезжаются. Ну, зениток меньше будет. То он, бедолага, ниже 100 метров не опускается. Его как начинают шарохать по полю, так он и катится. Вот такой шалаш-яралаш у меня тут. И выпало. Ноги подмерзают, надо бы носки вторые одеть. Гусика все нет. Одену еще одни носки. Холодно. Вот стельки-то я не взял с собой с подогревом. Ноги мерзнут. Телу тепло, хорошо. А ноги мерзнут. Так, друзья мои, гораздо лучше. Еще вот эту курточку, наверное, одену. Потому что продувает, выдувает все. И это пренеприятно. Это у меня еще один аккумулятор валяется, который надо заряжать. Мы их и поставим. Пусть заряжаются. Для камеры у меня вот такая зарядка. У нас всегда два аккумулятора на зарядке и один в камере. И всегда один успевает зарядиться. Ну и пауэрбанк сейчас работает. Нет. А вот и нет, ребят. Пропустил мужикам, их у меня далеко, они все равно были. А потом на меня пошли. Ну, тоже далеко. Стикхантовская штуковина прикольная. Удобная для ходовой охоты. Куда хочешь, туда и повесил. Очень высоко, ребят, гусь ходит. Очень высоко. Постреляли, что ли? Пью, ребят, чаек, торчок. Вон там деревня. Представляю, там у них какой в 6 утра подъем происходит.
идет как раз. Вот, ребят, был гусик, но ушел далековато. Далековато, не подходит он. А у меня не магнум. Ну что, ребят, все. Заканчиваем охоту. Вон ребята вышли. Собирают чучела. Я буду тоже собираться потихоньку. Лёта нет, нифига. Ну что ж, ребят, все. Сегодня охота в пользу гусей. Гусям повезло. Собрал гильзы за собой. И можно отправляться домой. Сейчас сеточку еще сниму. Опа. Вроде. Ага, вот еще парочка. Опа. Очки. И можно ехать домой. Вот еще термос. Отлично. Ну а что сделаешь, ребята? Не мясная лавка. Это охота. Повезло гусям. Никто ничего не добыл. Сегодня вот кто рядом на номерах стоял. Гусь летит высоко. Не присаживается. Ну, может и куча народу, потому что начинается эта пальба. Какой гусь сюда сядет? Только если он совсем гусь. Как-то так. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.